Настя, как относитесь к тому, что сейчас есть такой тренд, что все мужчины, надо не надо, отпускают бороды? Не знаю, может быть, просто мода. Ну, я думаю, что скорее, что это все-таки какой-то пережиток времени. Это модно. А сколько еще вот нам на это смотреть? Понятия не имею. На самом деле, смотришь так, столетия меняются. Но мне кажется, еще годик, и все это пройдет. Что-то новое должно будет прийти в моду. Поэтому и бороды сбреют. Вот. Вы прям как Петр Первый говорите. Такой, Настя, реформатор, я сбрею через год бороды. То есть парни Калининграда, Настя вам дает ровно год. Ну а вам-то самой, как женщине, вот как вот эти бородачи? Я считаю, ну... Я не принципиально отношусь к этому, как бы, если человеку комфортно, то пусть... Еще год он может ходить. Пусть носит, да, как бы, это в силу комфорта, правда. Это так же, как девушки красят волосы сейчас в кислотные цвета. Модно, опять же. Так же и мужчина, если ему действительно нравится, то почему нет? А вас не смущает, что мужчины так пристально следят за модой? Что им так важно быть модными? Ну, не знаю, мне кажется, это... Вполне нормально. Почему только женщина должна отпускать бороды? Женщина или девушка должна следить за модой. Пускай и мужчина тоже следит. Они же тоже стали наконец-то красиво одеваться, как-то смотреть за собой. Поэтому почему нет? Только одна большая просьба. Хватит смотреть только за собой. Да? За девушками тоже нужен глаз за глаз. В каком возрасте обычно у мужчин начинают расти бороды? Сейчас уже растет? Да вы что? А что вы с ней делаете? Вы ее уничтожаете как-то? Конечно. Почему, конечно? Вы что, не смотрите, не следите за мировыми трендами? Сейчас же все, кому не надо и не надо, носят бороды. Чего вы, отпустили бы себе такую бороденку, как у Карла Маркса? Вы что? Или у вас там прям запрет какой-то? Еще пацаны не поймут. Ну что ты бородатый какой-то ходишь, бритый. Так смотрите, когда вам будет лет 25, то как раз пацаны поймут вас правильно. Ну, это уже будет модно, конечно. В смысле уже модно? Это сейчас модно. Сейчас не модно. Ну взрослый будет, а так мы дети. Чем нам бороду? Зачем? Ну хорошо, через сколько вы начнете отпускать бороду? Через 15-20. Нет. А если мода пройдет? Через 5 лет. Через 5 лет. Что, как вам кажется, дает борода мужчине? Зачем ее не отращивают? Ну, посмотрите, вот куда ни попади, все с бородой. Так, чтобы быть мужественными. А то есть получается, что без бороды мужчина не мужественный? Мужественный. Так сильнее. А, так еще сильнее, да? Короче, мальчики, встречаемся лет через 5. Вы уже будете, поверьте мне, вот с такими вот окладистыми бороденками, с женами, там, с детками уже. И все только потому, что борода у вас будет. Верите мне? Веришь. Правильный ответ. Но носили ли когда-нибудь вы бороду? Ну, вот чтобы отпускать так длинную бороду, нет, я никогда этого не делал. То есть вы не в тренде? Ну, в каком тренде? Вот, смотря в каком... Кого это в тренде? Вот, священнослужитель, например, да, русской православной церкви, это в тренде. Ну, а у простых, вот, может быть, светских, мирских людей, да, это... Да вы ж посмотрите на этих светских. Они же себе эти бороды, будь их воля, они бы себе их отпускали бы из предплечья, из коленной чашечки. Вы посмотрите на парней-то, как все норовят с этими бороденками ходить. И главное же, воск покупают специальный, средства по уходу за бородой. Я так неуважительно бороденки сказала, вы меня простите. Вот, а говорите священнослужители. То есть вы все-таки знаете о том, что это, ну, мода сейчас, вот мужская мода на бороды. Как вам кажется, с чем это связано? Я даже понятия не имею, с чем это связано. Вот так вот, чтобы в массовой какой-то культуре или субкультуре было, да, вот, не знаю. То... Но вы будете себе отращивать бороду? Ну, вот, в ближайшее время вот так. В ближайшие несколько дней. Я не планирую. Делать. И в ближайшие несколько лет, я не знаю, может быть, так вот получится у меня в жизни, да, что-то произойдет. Может быть, я переосмыслю вот свой внешний облик тогда, и, может быть, примкну вот к тем людям, которые, да, вот,
носят бороду, отращивают ее, ухаживают за ней, вот как-то так. Алексей Туркумар, мой вам добрый совет. Вы тогда примкните к ним побыстрее, потому что мода очень, дело быстротечное, и сегодня все ходят бородатые, мужчины, дети, женщины, собаки, все. А завтра уже вот только собрались примкнуть, а уже все ходят без бороды. Понимаете? Да, я понимаю. Подумайте об этом. Хорошо. Договорились. Спасибо.